Калининским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Калининского района Тверской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом Г, части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть истязание в отношении заведомо малолетнего ребенка. Предварительным следствием установлено, что данная жительница на протяжении всего 2015 года неоднократно учиняла побои в отношении малолетнего сына, которому исполнилось 10 лет, за, по ее мнению, ненадлежащее поведение и уход за домашними животными. В настоящее время проведен первоначальный комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств и вины подозреваемого в совершении преступления. Проведен осмотр места происшествия, допрошен свидетель, назначен комплекс судебных экспертиз. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения по ходатайству следователя в виде заключения под стражу. За совершенное